Народ, всем привет, с вами Витос. Представляешь, кармеханик. Знаешь почему? Потому что я устал немножко играть в Elden Ring, думал, что бы поснимать, были разные варианты игр, но я тут вспомнил про кармеханик, потому что, ну, наша мастерская, наша заправка там в пустыне работает вместе с автомойкой, я даже не хочу в нее заходить, потому что там они всякие накосячили, жесть как-то, игра еле-еле, как... короче, игра хреново работает, я зашел, посмотрел. Вообще так ничего не пофиксили, как она хреново работала, так хреново и работает. Но были еще другие варианты игр, но я в эти варианты игры буду играть чуть-чуть попозже, после кармеханика. Потому что, как оказалось, в кармеханике добавили кучу машин, которые я бы хотел посмотреть. Не все, но большую их часть. Если что, наша лучшая машина пока что из всех. Я думал, у меня окна нет. Ладно, я думал, стекла нет. Я думал, мне выбили окно. Ладно. Пока что Ягуар у нас стоит, лучший из всех машин, собственно. И вот эта машина, это вроде какой-то там Ягуар, да? Да, это Ягуар XG220, который мы там затюнинговали вроде как, все дела. Так, подожди, у него не здесь. Мы его там тюнинговали? Да, мы его протюнинговали весь, он прям хороший, молодец. Короче, еще у меня вроде была машина. Подожди. А чё такая музыка громкая? Погоди. Чё такая музыка громкая? Можно как-то потише ее? Во! А то что-то прям орёт, жесть. Погоди, я бы, знаешь, что сделал? Я бы. А, вот, кстати, добавили еще фотосессию. Там добавили прям локации. Куча локаций добавлено. Окей, хорошо. Я бы сходил сейчас в гараж. Нет, на парковку. В смысле, пусто. А у меня нет машин? У меня нет машин вообще? Серьезно? То есть, вот это единственные две машины, которые у меня есть? Хорошо. Давай сейчас свернусь. Внезапно звук от игры тоже почему-то не идет. Очень странно. Так, смотри. Я быстренько сейчас тебе расскажу, что вообще добавили. Короче, добавили три DLC. Только они почему-то не открываются. Короче, добавили Land Rover'ы. Во-первых, добавили Land Rover Defender 90, добавили Range Rover Sport SVR. Кстати, довольно нормальная машина. Land Rover Discovery и Land Rover Range Rover Evoque 5-дверный. Все, это из того, что добавили. Красивые фотолокации добавили, кстати, это очень круто. Можно теперь фотографировать там кучу всего. Хорошо. Добавили двигатель для них. 2.2, 5-литровый, это, скорее всего, это с VR, 3-литровый и 2-литровый. Окей. Еще куча фиксов. Сейчас быстренько долистаю. Добавили еще... А зачем я листаю? Подожди. Вот. Добавили хот-роды. Целых 1, 2, 3, 4, 5 штук. Целых 5 штук разных хот-родов. Не буду смотреть картинки, чтобы не портить себе впечатление о них. И добавили еще лотус. Два лотуса добавили. Два стареньких лотуса. Вот и все. Вот и все, что добавили. Собственно, я думаю, что мы созрели к тому, ну, для того, чтобы пересесть с Ягуара на Range Rover. На хорошую машину, в конце концов, можно пересесть. Но для этого нужно отправиться в магазин. Только где он? Магазин, автосалон. Поехали в автосалон, вообще посмотрим на машины. Я думаю, мы точно так же просто быстренько посмотрим на машины, которые нас интересуют. И в принципе можно будет заканчивать с этой игрой вообще абсолютно полностью. Прям окончательно, прям вот полностью. А такая, кстати, у нас была. Была такая же, только золотая, если что. Так. Смотрим. Вот. Старенький 90-ик. Хотя он не выглядит как старенький. Так, сделай белый, чтобы тебя было видно. Вот такой Defender. Стандартненький, квадратненький Defender. Такой. Так, хорошо. Почему здесь такая быстрая мышка? Так, окей. Кстати, прикол, хочешь? Вот эту машину мы раньше делали как Range Rover. Ну, она так похожа чем-то на Evoque. Ну, почти.
Но теперь-то добавили настоящий вок. Сейчас мы его посмотрим. А, только бы найти его еще, конечно. Так, это парши. Это не то. Это мы их уже смотрели. А здесь их нет? Здесь их нет? Серьезно? То есть тут их нет? А, вот есть... Вот... А, вот. Что? Стоп. Range Rover, значит, здесь есть. А где остальные машины? Я думал, сюда все добавят. Так, ладно, Dispatch добавили. Да почему он белый-то? А, выйди. Во, Discovery новенький. Новенький Discovery, смотри-ка что. Багажник такой вместительный. Прям семейная тачка. Садишься и катаешься. Кстати, смотри, как прикольно. Крутилочки вот эти все добавили. Охренительно. Ну, прям красота. Так, подожди, мне теперь интересно спорт посмотреть. О, Эвок, кстати, очень сильно пользуется спросом, если чё. Так, оставим его беленьким. Эвок очень сильно пользуется спросом. Ну да, вот эта движка довольно неплохая. И здесь, смотри-ка, чё. Красота. Блин, ну вот Range Rover прям красиво сделали. Прям красота. Мне прям нравится. Так, а теперь SVR-чик. SVR-чик должен быть вот прям хорошим. Так, выйди. Во! Вот это махина. Вот это хорошо. Ну-ка, подожди-ка, подождите. И здесь все то же самое. Ты посмотри как. Ну прям красота. А сколько он стоит, интересно? Ну-ка, погоди, сколько он стоит? Чтобы его купить. А как его покупать, эту машину? А, не так. Вот так надо подойти и... Сколько он стоит? Как его купить? 217 тысяч! Ты чё, ебанулась? У меня нет столько. Но я могу продать машины. Ну, кстати, в конце концов можно ехать обратно в гараж. Короче, задача нашего прохождения на данный момент. Ставим, как и в прошлый раз. Пересесть с Ягуара. Хотя нет, Ягуар мы оставим. Ягуар это давно, это прям вот очень давняя такая машина. А куда я Porsche делал? Я его продал? Я уже не помню, куда я что делал. У меня вроде были... Или это прям старые машины? Подожди, я что-то прям попутал. Я что-то прям вот не помню. Надо было хотя бы пересмотреть там видео свои старые и хотя бы понять, что вообще происходило. Я просто не помню. Когда это было-то? Что это было-то? Я же, по-моему, ставил машину. Нет? Секунду. Я забыл. Подожди маленько. А знаешь что? Хочешь, я тебе просто секрет открою? Меня игра обманывает. У меня сломались обновления. У меня сломался сейф. Потому что... Я посмотрел прошлую серию, у нас был Porsche и еще синяя машина. Я же говорю, меня где-то наебывают. Я не понял, а где мои машины тогда, блять, это что такое? У меня был Jaguar на других колесах, если что. У меня было здесь... Был, у меня... Вот, я вспомнил, у меня здесь стоял красненький Porsche и синяя машина. Porsche. Точнее, вот здесь Jaguar стоял, а здесь Porsche. И еще вот здесь синяя машина, которую я отправил в гараж. Где оно? Я не понял, что за хуйня? Почему меня откатило назад? Это какой-то пиздец. Я еще посмотрел, у меня был 20 уровень и примерно столько же денег. А, где-то меня обманули. Прям очень сильно, если что, прям очень сильно. Но, ладно, ладно. В принципе... Я ничего не потерял. Я ничего особо не потерял. Эта машина уже была однажды продана, так что можно ее прям сразу же еще раз продать. И, ну, просто посмотреть на новые машины. На самом деле, можно отказаться от всего. Забыть. Как будто это новая глава нашей жизни. Я не знаю вообще почему. Почему? Хоть и прокачано все, да? Но я же помню, я там все перекрашивал, да, диски другие были. Смотри. Мы делаем сейчас непоправимую нашу ошибку. Раз, два, три. Все. Жизнь с чистого листа, так сказать. К-
Короче, сейчас, чтобы не тратить особо сильно времени нашего, моё, ну, по крайней мере, твоего, чтобы время не тратить, я сейчас схожу по помойкам, схожу по всяким вообще разным местам, поскупаю все машины, которые только можно, которые только вышли в этом обновлении, и уже вернусь к тебе, собственно, со всеми машинами, плюс-минус, которые найду, плюс-минус, которые, ну, более-менее нормальные, там, на разборках, еще где-нибудь посмотрим. Короче, сейчас быстренько все сбегаю и сделаю. Я даже придумал, я вот так вот встану, раз, и наведусь вот на эту точку, вот так, все, раз, два, три, хлоп. Я тут ходил по помойкам и искал машины. Я нашел уже две. Какие две, я тебе покажу чуть попозже. Я устану это все резать, потому что мне приходится сворачиваться, ставить на паузу, потому что, ну, у меня нет горячей клавиши. Вот это Range Rover. И выбать его жизнь помотала, конечно. Ой, как же тут все плохо. Но какой же он красивый. Поэтому мы его все равно купим. Всего лишь 16 тысяч, прикинь, за 16 тысяч ты покупаешь себе машину, которая стоит 200. Вот это ничего себе, да? Вложение. Я нашел уже две машины. Вот это, получается, третья. Это не та, которая... Ух, нихера себе, смотри, какие легенды тут валяются. Это что такое вообще? Как, кто посмел? Кто? Ну хотя, кстати, возможно, эта машина просто ушаталась на треке. И ее просто отправили в утиль. Ну, а зачем нужна машина, которая, в принципе, больше не будет ездить, допустим, да? Поэтому ее отправили в утиль. А я тут, знаете ли, энтузиаст, который решил своими силами горбатиться и собирать машины. Так, ну, собственно, я нашел уже три машины. А, сейчас надо тебе не заспойлерить тебе, короче, машины, а то вдруг ты такой, а, ну все понятно, чисто машин, тогда не буду уже смотреть, зачем? А вот не надо, у нас очень много дел. Так, ну-ка, они все на улице, я ж только три машины купил-то, поехали еще сюда. Вот так вот разочек вместе с тобой пройдемся. Главное, не заспойлерить, что я купил. Иначе. Будет неинтересно. Ты же не знаешь пока, что я купил, да? А, ну хотя, кстати. Возможно, я уже проебался и уже проспойлерил разок. Потому что... Ну да, бля, скорее всего, да. На превьюшке же что-то должно стоять. Я же не знаю, что там будет, но... Что-то там, скорее всего, должно быть. Я еще пока... О! Вот так вот сразу. Это что такое? Это... А, это Ягуар. Ты неинтересен. Мы тобой уже занимались, ты неинтересен абсолютно. Ты уже через наши руки проходил, поэтому... Так, это... Так, там стоит какая-то машина. Это... Наверное, там какой-то... Ну, выглядел как Эвок. Издалека, конечно. Так, это неинтересно. Очень много раздолбаек стоит, которые, ну, просто бесполезные и неинтересные. Вот, допустим, вот это. Ну ты чё, вот это я буду покупать, зачем мне это? Это надо ходить по помойкам. Опа. Это надо ходить по помойкам. Выискивать то, что мне нужно конкретно. Это вообще не то, что мне надо. Вообще прям абсолютно не то, что мы ищем. Вот прям абсолютно. Ну там стоит уже одна машина, там хот-род стоит, которую мы, соответственно, купим. И это будет первая машина, которая будет проспойлерирована. Ну ты понял. Да, это она. Да, хот-род, смотри-ка, действительно. 5000! 5000! Этот хот-род стоит 5000 всего. Я, короче, напокупал раздолбаек полнейших. Вот прям абсолютнейших раздолбаек. Очень много напокупал. Так, это что такое? Это ФМВ. Нет, мы ее покупать не будем. А вообще, знаешь, что говорится правильно не BMW, а BMW. Вот так вот. Так, ладно, больше здесь делать нечего. Я еще сейчас немножко похожу по свалкам, еще поищу все машины. Пока что у меня есть только 4 из приблизительно из... Сколько? Раз, два... Там... Сколько там было хот-родов-то? Короче, 4 Land Rover'а
Ну, короче, еще до хря. Очень до хрена надо машину купить. Денег у меня, в принципе, должно хватить. Все, я пошел дальше шататься по всяким помойкам. А вот, кстати, он здесь уже стоит. Тот, что мы купили. Все, я поехал на помойки. Собственно, вот и... Я обошел все помойки, наверное, в этой игре. Я обошел вообще все сбычи хлама, металлолома в этой игре. Просто посмотри, что я себе напокупал. Я напокупал себе кучу всякого хлама. Я просто весь металлолом у себя собрал в мастерской. Смотри-ка. Раз машины. Я купил все, кроме Эвока, если что. Я купил все машины из DLC, которые новые, кроме Range Rover Evoque. Кроме него. А, вот. Раз. Вот. Два. Хлам. Вот. Третья колесница смерти какая-то. Вообще, что это? А, короче. Здесь тот самый рейндж, которого потаскала жизнь. Он здесь стоит. Вот 90-й Defender. Я не буду с ним ничего делать. Он мне абсолютно не интересен. Ну, как бы, он старый. Что с ним можно еще сделать? Я бы его сразу продал бы, чтобы... Ну, зачем он мне нужен? А, еще у меня куча машин в гараже. Сейчас покажу. А, на парковке куча машин, вот. А, здесь лотусы, раз, два. И вот, эвок. Но это не тот эвок, который надо. Я тебе сейчас скажу, какой нужен. А, это эвок, а есть... А, Discovery, я не купил, перепутал. Я не купил только Discovery новый. А Range Rover эвок, он, собственно, вот он стоит. А, вот еще один хлам. Вот еще один хлам. А если ты видишь, что на картинке все так красиво, в реальности абсолютно все не так. А, короче, поскольку вот эта машина мне абсолютно не интересна, вот эта, я ее просто сразу... Я знаешь, что с ней сделаю? Я ее, так скажем, отреставрирую, чтобы людям, которым я продам эту машину, она... Чтобы ей занялись другие люди. Вот я к чему. То есть я мог бы сам ей заняться и привести машину в божеский вид, да? Но мы сейчас сделаем довольно неплохую тему. Мы сейчас отхимчистим все полностью, отмоем все полностью, заварим раму и продадим эту машину. Как кузовню. Просто как кузовню. Вот и все. Отправляем ее на подъемник. Просто только как кузовню продадим эту машину. Потому что, ну, больше здесь ничего нельзя продавать вообще. А, вот это все, хрень, вот это можно поснимать. Может, это мне и пригодится. Хотя оно все раздолбанное, мне это не пригодится, наверное. Я все это продам. Я абсолютно не претендую ни на что здесь. Пускай люди, которые будут восстанавливать эту машину, сами все это дело восстанавливают. Движу. Да прям так все отдам. Зачем я, чем я этим занимаюсь? Я сейчас просто заварю все это дело и отдам. А... Оп. Вот. Кузовню заварили. Все нормально. Может быть, капот можно всякую херню вот эту отремонтировать. Хотя, не знаю, есть ли в этом смысл. Но почему бы нет, почему бы нет. Может быть, я что-то смогу отремонтировать. Ой, здесь вообще нет ничего. Сейчас просто посмотрим. И, кстати, у меня появился... Ну, появилась очень классная мысль. Почему у меня слетели с охранки? Я когда-то, когда только-только вот продолжал снимать Elden Ring в одной из серий, я в самом начале долго рассказывал, что вообще с компом происходило. Ну, то меня с ума сошел, по пизде пошли много игр, много сохранений повсюду. И поэтому, скорее... Ух, нихрена, какая красивая деталька. И поэтому, короче, скорее всего, пошли, возможно, по пизде сохранения, собственно, и в кар-механике. Какие-то там из Стима, возможно, как-то подсосались, но в основном все пошло коту под хвост. Ну, короче, вот что-то я восстановил, все, в принципе, хватит им. Вон, я еще и заработал на этой машине, все, можно продавать. Мне абсолютно интересно. Так, подожди, а что у меня вообще в инвентаре-то, если у меня... Так, список покупок пустой. Как открыть инвентарь? Инвентарь. У меня тут... Да, смотри, у меня здесь глушитель. Да, у меня тут глушитель и все. Что только нету, короче. Так, продажа. Я продам все вообще, чтобы мне это не мешало. Плюс 7 тысяч. Кэшбэк такой упал. С тобой, дружок, я буду заниматься в самую последнюю очередь. Ты здесь пока стой, разбитый, пробитый. А потом тобой будем заниматься. Сначала нам надо раскидаться со всеми. Вообще, абсолютно со всеми. Так... Переместить в гараж.
Хорошо. Я тебя вот сейчас уберу на парковку. Едь на парковку. Потом мы тебя вернем. Так, и мы достанем из парковки еще один родстер. Вот этот родстер, кстати говоря, самый целый из всех, который только есть. Да. Потому что я его купил на более-менее нормальный. Ну, хотя... Ну, он не заведется. Ну, да, конечно. Был бы... Ну, он на разборке стоял такой. Так же, как и этот. Он тоже стоял на разборке, но плюс-минус нормальный. А, теперь вопрос. Каким из них всех, из этих пятерых, чем мы будем заниматься в первую очередь? Мне вот эта карета больше... Мне вот эта карета мне больше всех нравится, на самом деле. Вот прям больше всех. Она больше всех похожа на прям на какую-то... На какой-то прям родстер-родстер. Если эти какие-то прям вот, ну, старенькие такие, вот это прям больше всех похоже, знаешь? Вот. А, кстати, я смотрел на ютубе, чуваки есть, которые строят родстер самостоятельно. И выглядит, кстати, довольно неплохо то, что они там построили. Он прям один в один похож на этот. Вот на это он похож. Давай ими будем заниматься, на самом деле. Мы сейчас отправим его в автомойку. Полностью его вообще разберем. Заварим кузовню. И сделаем все абсолютно хорошо. И будет у нас целенький живой родстер. Ебать, я придумал! Мы не будем эти машины продавать. Я все придумал. У нас будет с тобой личная коллекция хот-родов. Прикинь, это же так круто. Личная коллекция хот-родов. Это же круто. Так, заменить на подъемник А. Я думаю, что... Можно вот здесь все это барахло оставить. Кому оно надо? Че его на металл поедут сдавать? Тут даже металла, наверное, нет особо. Там сдадут какие-нибудь жалкие 5000, да и че? Да и в принципе-то пофигу абсолютно. Предлагаю все вообще разбирать. Капоты, стекла, прочую херню. Так, стоп, давай-ка поднимайся. Можно сейчас вообще абсолютно все продать. Ебать, ты куда поехал-то? Стой. Я думал, ты не поднятый. А ты, оказывается, поднятый был, что ли? А вот эта решетка не снимается? Не снимается, походу. Ну так вот, я сейчас вообще все сниму. Абсолютно все, что только есть. Да зачем ты сел-то сюда? Вылези. Так, ладно, это потом. Вот это. Вот это все. О, тут даже фонарики есть какие-то плюс-минус. Один даже плюс-минус. А, нет. Выглядел, конечно, как целый. Но что-то он ни хрена не целый. Ой, это же такие неудобные зеркала заднего вида так-то. Так, подвеска, вылезай. Ой, как давно я не крутил болтики, кстати говоря. Очень давно. Но мы сейчас все это... Ой, как все плохо тут. Но это будет личное. Лично моя. Прикинь, как классно. Ты вот приходишь такой, и на любом из них можешь покататься. Это крыло. Это было крыло, оказывается, все это время. Все это время это было крыло. Так, нет, стоп. Интерьер, демонтаж. Вот так надо вытащить. Бля, тут вообще ничего нет. Ты посмотри, тут нет вообще ничего. Я просто, знаешь, что сейчас подумал? Ебать, во сколько мне вылезет сделать все эти машины в идеал, чтобы это была моя личная коллекция? Сколько стоит отреставрировать? Ебать, сколько стоит отреставрировать 5 хот-родов в игре Car Mechanic Simulator? Сколько стоит отреставрировать все это? Это же просто немыслимые деньги. У меня всего 300 тысяч. Ну ладно, не будем лукавить. 370. Ну, в любом случае, если что-то пойдет не так, и мне нужны будут деньги, мы, в принципе, можем их заработать. Допустим, поехать купить какую-нибудь машину. Ай, даже не закреплены, прикинь. Они даже не закрепили. Вообще варварство, блядь. Все повыкручивали. Все, что только можно, повыкручивали. Вообще все. Все, что можно, повыкручивали. Это варварство. Полнейшее варварство. Какой же конец. Как же все сгнило. Как же он давно там валяется. Да что ты, снимайся. Ну, это хотя бы это недолго. Мы сейчас быстро все это раскурочим. Быстро все это снимем. Здесь даже вот так. Это все недолго снимается. Потому что здесь в принципе ничего нет абсолютно. Это все быстро покупается в магазине.
потом быстро все это сюда ставится. То есть, в принципе, проблем-то даже нет никаких. Мы сейчас быстренько все это сделаем. Под музончик. С тобой вместе. И у нас с тобой, представляешь, будет крутая коллекция хот-родов. Опять же, повторяюсь. Так, саленты, это надо наверх лезть. Это мы не снимем сейчас. Ой, ну да, ну да. Тут вообще все полностью убитое. Просто в ноль. Вообще просто в мясо. Можно, не жалея, все это просто скрутить и продать. Ну, прям вот все подряд. Все, что видишь, можно просто все скручивать и все подряд продавать. Так, это все снять. Вытащить. Ой, вот здесь вообще не откручивается ничего. Ну, это на самом деле круто. Ты вот так вот взял, пошел, купил какой-то кусок металла. Из этого куска металла тебе нужно сделать нормальную, хорошую машину. Это же классно. А что не так? А, это снизу надо. Это я не достану. Это надо... Все, можно поднимать машину. Можно поднимать машину. Поднимайся. Так мы сейчас заварим весь кузов. Восстановим всю кузовню. Это же будет так красиво выглядеть все. Прям просто моментально. Ой, там даже вообще ничего не перекручено. Ты видел? Все, мост выдернули. Коленвал. А почему я не могу колено выдернуть отсюда? А, тут коробка еще. Про тебя-то я вообще забыл. Так, это тоже не крутится. Ну, я, знаешь что? Вот, в принципе, ну, слетели сейвы и слетели. По сути-то, мы ничего не потеряли, абсолютно. Ну, прям вот ничего. Все, что можно было потерять... Единственное, что мы потеряли, это историю. Историю, только вот историю мы потеряли. Остальное все на месте осталось, никуда не делось. Я, кстати, знаешь, что предлагаю? Разобрать сразу два хот-рода. Поставить сюда еще один, разобрать его и сразу два собирать. Все, просто голый каркас. А нет, подожди. Подожди, это что такое здесь приныкалось? Ну-ка, пошло отсюда. Пошло вон. Че? Ну-ка, пошел отсюда. Вот, все, красота. Просто голый кузов. Голый кузов. Ставим сюда сварочник, пусть он пока тут стоит. Так, а мы пойдем возьмем еще один хот-род. Какой из них? А давай вот этот. Он плюс-минус похожий. Ну, ну, почти. Вот так. Так, а вот этот могут и, вот этот могут и дернуть отсюда. Поэтому я его, знаешь, перемещу к себе туда, в гаражик. Пусть он там стоит. Вот, тут закрыто, тут пусть стоит. Тот металлолом никому нахрен не надо. А вот это могут точно украсть. 100%. Так, теперь ты. Давай тебя разбирать. Главное, главное, не запутаться. А здесь вообще ничего нет. Абсолютно, ни хрена. Лобовое стекло. Дверей нет. Так, это демонтаж, это вытащить можно. Будем собирать обратно все в идеал. Так, как все должно быть. Так, как все было. Даже крылья есть какие-то. Багажничек. Зеркальце есть. Мы потом все это восстановим, не переживай. Все будет нормально. Смотри-ка, здесь, кстати... А, ну там хотя просто этого не было. Я сижу такой, думаю. Здесь, кстати, уже что-то посложнее. Подвеска пошла, тут что-то рычаги какие-то. Ну да, здесь амортизаторы спереди. А может быть там просто их не было, я-то не видел. Ну да, там, скорее всего, их просто не было. Потому что там все поздергивали, все поразворовали нахрен. Да, тут даже мост есть. Ну, в смысле, подрамник вот этот. Так, не понял? А, рычаг. Рычаг, Миша. А зачем я... давай-ка я просто сразу подниму. Вот так вот, раз. Его бы... А зачем я ковыряюсь вот в этой машине, которая не помытая ни хрена? Слышь ты, ну-ка, едь на автомойку. Мы должны сначала все отхимчистить и отмыть. О, так-то лучше. Вот, сразу другой вид. Никакой ни пыли, ничего. Салон химчистый. Подожди, а это заднее сиденье? Нет, это не заднее сиденье. Это... Серьезно? Это специальное место для сидушек. Там, по-моему, еще аккумулятор. Нет, это предохранители.
Охереть. Предохранители в таком месте под сидушками. Да вылезай-то отсюда. Я думал, просто предохранители обычно как бы, ну, ставят где-то под капотом куда-нибудь там, чтобы можно было быстро залезть, а там аж под сидушкой. Неужели это лучшее решение, чем под капот его куда-то запихать? Или в багажник? Нет, они запихали его под сидушку. Вот, кстати, одно из самых неудачных решений, как по мне, это ставить аккумулятор под сидушку. Я понимаю, там, конечно, места, может быть, не хватает где-то поставить аккумулятор по-нормальному. Но, блядь, под сидушку. Это же так неудобно. Это же надо откручивать сиденье. Это же, ну, максимально неудобно. Прям вот как только может быть, неудобно. Максимально, просто неудобно. Я, знаешь, сейчас просто представил, сколько сайлент-блоков мне придется купить на все хот-роды. Тут же просто тонны их. Повсюду, во все подрамники, везде просто. В мосты, вот просто в рычаги, повсюду, просто повсюду сайлент-блоков гора. Просто триллион. У меня столько денег не будет. И это учитывая то, что я продал нахрен, просто нахрен продал свой Ягуар ради коллекции хот-родов. Прикинь, ради коллекции хот-родов продал две машины. Ягуар, который мы еще до этого давно продавали. И, собственно, мою основную машину. Так, спереди все разобрали. А здесь тоже, а везде барабанные тормоза. Сзади, в принципе. Самое, а здесь даже на, подожди, здесь даже на рессорах. Там-то, по-моему, даже рессор не было. А здесь прям все на рессорах, серьезно? Ой, бля, там сайлентблоков нету. Смотри-ка, где-то есть сайлентблоки, где-то их нет. Не понял. А здесь прикручено, смотри-ка. А вот здесь-то уже прикручено. Еще и не откру... Чего ты сделал? Ты затянул, по-моему? Он, по-моему, затянул, вместо того, чтобы откручивать. Самое главное, короче, вот в такие моменты, когда ты разбираешь все ржавое и убитое, не обломать болт. Потому что если ты ломаешь болт, то это все, это просто вешаться можно. Потому что надо будет все это дело высверливать, а это займет уйму времени. Потому что, ну, это жесть. Так, движок можно разобрать. Кстати, движок здесь более целый. Ну, как выглядит. Тут прям целая коробка, смотри-ка, что. Да, тут вот нагнетатель всякий стоит, тут все подряд. Все есть вообще. И, по-моему, тут он красный. Погоди, он красный? Вот это место. Тут даже тюнинговали, что ли? А, нет. Нет, не тюнинговали. Просто я думал, может, тюнинговали, но что-то нет. Зато у нас будет два кузова уже. Ой, это такая неудобная система. Опять эти толкатели, коромысла, бля. Это сейчас полгода вот это вот. Вот это все, вот эти толкатели вытаскивать. Коромысло потом еще ставить на каждое коромысло. Повсюду. Блин. Может быть, проще было собрать такой движок новый и этот просто выбросить? Ну, я как вариант такой просто предлагаю. Ну, делать это все не в машине, а прям вытащить отсюда этот двигатель гусем. И просто продать его. Так, можно, интересно, сделать или нельзя? Надо будет как-то в офлайне проверить. Чтобы не под запись, а просто проверить. Потому что я думаю, это займет много времени, пока я с этим буду разбираться. О, здесь толкателей нет. И коромысел нет. Вот всегда так. Там, где нет, там и проще. Тем временем мы... О, а здесь тоже ничего не держится. Все разворовали, ты посмотри. Ничего не держит здесь. Поршня вообще ничего не держит. Чё там, чё здесь. Как специально. Так. И здесь все более-менее откручивается. Хотя зря я сказал, вот здесь уже есть один болтик.
Окей, Грэм, добрались. Добрались до Грэма. Какой же все тут убитое. Просто жесть. Так, все разобрали? Коробку надо, это уже надо поднимать. Это уже все надо поднимать. Я думаю, знаешь что, сейчас мы просто обанкротимся. С такими ценами. Потому что... Ну, даже не с такими ценами. Ну, хотя и с ценами там, скорее всего, они сейчас такие нормальные будут на все подряд запчасти. Потому что нам надо будет купить триллион запчастей на эту машину. И на вторую тоже. На все эти машины триллион запчастей надо купить. Плюс. Ко всему этому добавь то, что этих машин 5. Еще плюс. Эти машины полностью в ноль разобраны. То есть нам надо будет на 5 машин полностью купить все, что только на них нужно. А я думаю, это вообще не маленькие деньги. Так-то. Все. Две машины разобраны. Че этот, че тот. Так, теперь можно заварить весь каркас. Ой, как он хорошеет прям. Ты ебать, ты посмотри, как он сразу красивый стал. Ты просто посмотри. Ой, у меня сейчас глаза... Так, хорошо. Едешь на второй подъемник. Я думаю, мы быстро с этим справимся. Ну, я надеюсь. Ой, ты посмотри, как он сразу красивый становится. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что он опущенный? А, не, нормально, он просто меньше. Он прям, ты посмотри, как он маленький. Посмотри, как хорошо стало. Даже деревяшки заварил. Он заварил даже деревяшки. Посмотри, залакировал их, все сделал. Ой, тут фонарики остались. Ой, что это такие маленькие? Такие маленькие писюльчики-фонарики. Все. Теперь можно переносить это оборудование назад. Так. Теперь самое жесткое. А что это значит? А что это значит, этот значок сверху? Просто... А, нет, вот еще есть такой значок. А, то, что это можно отдельно покрасить эту запчасть. Вот что это значит. То есть они это добавили. Хотя не везде такое есть. Смотри-ка, на обычных, вот таких, таких обычных детальках такого нет. Только на фонариках, на прочей херне. Да. Так, хорошо. Предлагаю сейчас продать... нет, я предлагаю сейчас пойти посмотреть, могу ли я что-нибудь из этого починить. Ну, блок цилиндров могу починить, кстати говоря. Почему бы нет? Хотя, наверное, было бы проще его просто заново купить новый и все. Вообще, наверное, проще просто все заново купить. Вот все, что есть. Вот прям по детальке. Кроме блок цилиндров. А какой машине я блок сделал? Сюда? Да, сюда блок цилиндров я восстановил. Окей, подожди секунду. А какую я могу сюда поставить двигатель? Я могу сюда любой движок поставить. Ты посмотри. Мы можем поставить сюда V8 двухкарбюраторный OHV Supercharged. Вот как. И вообще, а у нас сейчас... Подожди. У нас сейчас просто V8 OHV. А мы можем суперзаряженный, да, поставить? Прям, чтобы покруче было. Ну, кстати, как вариант. Нам, в принципе, так или иначе, движок-то новый собирать надо. Так что, как вариант, мы можем поменять сюда еще и движок. А почему нет? А как... это мне сейчас надо поставить этот движок сюда. Вытащить его отсюда. А потом поставить сюда новый. Да? Я правильно понимаю? Секунду. Я захожу сюда. Захожу в главный магазин. И ищем, короче... Да какой М8-то? Куда ты поехала? Так. Нам нужен V8. Я так правильно понимаю? А какой конкретно V8 туда нужен? C, F, B. Вот V8 у HV есть. А как понять, какой из них суперзаряженный? Я, конечно, понимаю, что в принципе-то без разницы. А как сделать из него суперзаряженный? Так, подожди, мне нужен гусь. Гусь, кран для двигателя.
А я не могу прям сразу на нем собирать, да? Надо только устанавливать. Ага. Так, окей. Перенесись на подъемника. Хорошо, установить я не могу. Извлечь нет двигателя. Так, окей, если я поставлю сюда вот это. Я могу это извлечь? Извлечь могу. Хорошо. Теперь двигатель... А. Стоп. А, вот оно как работает. Ебать, вот это как работает. То есть у меня сейчас я могу купить кучу-кучу-кучу двигателей. Да? Я же правильно понимаю? Стоп, куда я пошел? Мне нужно в магазин. Я сейчас покупаю... Я не понимаю просто какие... Как... Что? Какой блок цилиндров у суперзаряженного двигателя? Как мне это понять? Варианты замены. V8 двухкарбюраторный. Суперзаряженный. Как из него сделать суперзаряженный? Просто у меня сейчас здесь двухкарбюраторный OHV просто. А, подожди, я понял. У меня же вот тут есть место, кантователь вот этот есть. Точно. А, установить двигатель, вот. Создать новый двигатель надо, вот. Вот что надо. А, и здесь мы ищем V8. Ебать, тут есть V12. А мы ищем V8. V8. Вот, суперзаряженный. Вот этот мы создаем. Создать двигатель. Окей. А, создали двигатель. И чё? Я создал двигатель. Дальше-то чё? Так, секунду. V8. Создать двигатель. А, вот. Это и есть двигатель. Повернуть двигатель. Монтаж деталей. Блок цилиндров V8. А, так у меня есть такой, подожди. Зачем мне? Я его что, зря ремонтировал, что ли? Ну-ка, установи обратно. Окей. Ну-ка, ну-ка, забери. Замечательно. А потом просто двигатель местами поменяем. Так, а, он вот здесь висит. Господи. Так. Блок цилиндров. Поставил. И сейчас постепенно будем покупать сюда детали. Подожди, а там точно такой же двигатель нужен или нет? Здесь-то по-любому точно такие же двигателя. Да? Смотри. Тоже можно сделать такой же суперзаряженный. То есть нам надо сейчас сделать 2 таких двигателя. Вообще нам надо сделать таких 5 двигателей, если что. Это так, на заметку. Меню настроек. Чё? Я вообще-то в двигатель зашел. Так, секунду. Предлагаю сейчас продать вообще все, что здесь есть. Замечательно. Так просто реально будет проще. Вот прям в разы проще. И просто будем сейчас вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И надо сделать таких 5 двигателей. Будем постепенно подкупать, покупать там детальки. Так, это тюнинг кузова. Подожди, а тюнинг кузова, есть ли тут DLC-шные машины? Нету, да? Ну почему нету-то? Ну почему нельзя было сделать-то это? Я не понимаю, неужели так сложно? Так, коленвал. Насос. Вот, насос есть. Бля, таких нам надо 5 штук. 5 таких насосов надо. Секунду, я сейчас хочу удостовериться. Че, нельзя выйти? Серьезно? А куда это проход тогда? Не понял. Так, сюда что можно установить? Сюда можно установить точно... Стоп! СС можно сюда поставить. И сюда V8, OHV, СС. Окей. Я же могу посмотреть на создание нового двигателя, какой из двигателей там самый крутой. Так, сними этот двигатель. Создать новый двигатель. Секунду, давай-ка посмотрим. А, вот. 380, 720. Да, этот прям похуже.
А DOHC я такой могу поставить туда или нет? Скорее всего, нет. О, V8 Land Rover'ский, кстати говоря. Зачем ты его сюда поставил-то? Убери. Я вообще-то хотел просто посмотреть, какие двигатели тут в принципе есть. А где они? То есть вот это самый мощный. На 720. Ну вот это еще на 724, но он сюда не залезет. Окей, я понял. Установи двигатель V8 суперзаряженный. Хорошо. Окей. Я тогда, знаешь что? Я сейчас тогда не буду ничего удалять из списка. Так, коленвал надо заново поставить сейчас быстренько. Так, установить распредвал и коленвал. Так, секунду. Так, коленвал вот, распредвал вот. Я не буду сейчас ничего удалять оттуда, из этого списка, чтобы просто-напросто потом разом купить все детали, которые нужны, и не париться об этом. Тогда это нам даст... А можно сразу всего по 5 покупать и все. Но по 5 у меня не хватит денег, тупо. У меня не хватит денег. Ладно, хорошо, давай по одному сейчас покупать. Так, насос я купил, топливный фильтр купил. Генератор здесь купил. Катушка зажигания есть, масляный фильтр не здесь. Распредвал здесь. Коленвал не здесь. Окей. Так, масляный фильтр купил. Коленвал купил. Замечательно. Будем собирать двигатель. А чё? А чё? Мы ни разу этого не делали здесь на кантователе. Будем здесь делать. Почему бы нет? Тут тем более просторнее, проще, гораздо быстрее. Не надо машину туда-сюда дергать, поднимать, да? Все же гораздо быстрее будет. Вот, смотри, уже полмотора соворалось. Так. А, этого у меня нет. Будем сейчас постепенно подкупать запчасти. Так, поршень. Надо 8 поршней. Надо купить еще маховик. Маховик. Так, поверни вправо. Ой, как просто. Ой, как же это легко. Так, один я добавил. Получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, крышка подшипника. Сколько их надо? 3. 3. Раз, два, три. Есть. Маховик пусть будет. Шестерня и распределитель зажигания. Пойдем в магазин. Сейчас я очень сильно запутаюсь, на самом деле. Очень сильно запутаюсь. Так. Распределитель зажигания есть. Маховик. Не знаю, почему там X2, но пусть будет. В принципе, не так страшно. Так, 8 поршней. Есть. Крышки нет, не здесь. Коленвал не здесь. Окей. Ой, стоп, зачем мне коленвал-то? У меня же не надо. Я уже покупал его. Мне надо 3 крышки. А кольца мне надо? Мне же по-любому надо кольца-то. Вот я уже запутался. Я уже запутался. Так, подожди, мне же нужны по-любому кольца. А, двигатель. А, подожди. Да какой английский-то? Мне кольцо надо. Кольцо. А какой из них? Наверное, вот эти. 8 штук. Если я, конечно, правильно понимаю. Если, конечно, я еще не забыл, как все это делать собирается. Раз. Два. Так, хорошо. Вот это закрепить надо. Зачем ты так далеко улетаешь-то? Не, на самом деле на кантователе прям гораздо проще все это собирается. Прям гораздо проще. Прям в разы. Да, вот и поршневые кольца надо, конечно. Так, крышки шатуна еще надо купить. 8 штук. Об этом я тоже забыл, соответственно.
Так, крышки шатуна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Просто чтобы не забыть. Так, маховик поставил. Так, раз, два. Они одинаковые? Вроде одинаковые. Поехали в магазин. Так, крышки шатуна. Это не здесь. Головка блок цилиндров. Надо две штуки. Маховик я купил. Поршень с шатуном не надо. Крышка. Вот я уже все запутываться начинаю. Во всем этом. А здесь больше ничего по сути не надо мне. Мне надо цепь. Грэм. Крышка. 8 штук. Все. Я же все купил. Короче, если что-то не будет, не будем покупать тогда, когда надо будет, в принципе, плевать. Потом в любом случае можно будет зайти и докупить. А это по-любому будет происходить, потому что так или иначе ты что-нибудь дозабудешь. Готово. Вот, например, вот ротор, пожалуйста, забыл. Зато сейчас один раз как закупимся, все. А потом проблем никаких не будет. Вот, пожалуйста, крышку ГРМ надо. Конечно. А вы что думали, это так просто? Нет, конечно. Зато мы собираем свой личный двигатель. Так, выпускной коллектор. А снизу тоже такой же? Да, выпускные коллекторы, крышки ГРМ, окей. Так, это здесь. Выпускной коллектор, два штуки. Так. Нет, не катушка, а... Вот. Нет. Окей. А где... Как она называлась-то? Сейчас, секунду. Сейчас посмотрим. Там распределитель вроде бы, да? Ой, бляха, подожди. Ротор распределителя зажигания. Ротор. Вот. Вот что мне надо было. Поставил. Замечательно. Тут нет подходящих... Окей, крышка. И нагнетатель. Сейчас просто купим сразу. Нагнетатель. 3000, бля, нагнетатель. Вы чё? И, по-моему, все, что я добавляю в список, оно все добавляется вниз. Ну, прям по очереди. И, по сути, там можно и не путаться. Ох, бля, скоба, серьезно? Две скобы, прикинь? Вот наебка-то. Вот наебка-то, две скобы. Это не здесь. Две скобы. Вот сейчас бы, прикинь, про них забыть и все. Так, это я уже купил. А где у меня крышка? Я ее не добавил, что ли? Крышка ГРМ. Крышка ГРМ есть. Я почему-то не могу купить. Крышка ГРМ, пожалуйста, купил. Можно, конечно, ходить это все дело еще и красить. Но мне на самом деле так впадло это все делать. Я просто не хочу. Абсолютно. Так, коллектора на место. Чтобы он не мешался. Я тебе говорю, мы сейчас один разок его соберем, а потом будет гораздо проще. Вот прям потом будет гораздо проще. Да давай ты уже ставься. Просто сейчас мы пополним весь общий список покупок. А потом, когда будем делать еще один такой двигатель, у нас уже будет все как бы на руках, весь прайс-лист, да, что надо будет закупить. И мы примерно будем даже понимать цену, в которой это все обойдется, потому что было 377 тысяч. Уже 10 тысяч примерно потрачено на все это дело. Наверное, даже больше, потому что я же продавал там что-то. Короче, можно будет потом все это дело посчитать, сколько обойдется восстановление такого, такой машины, в общем. И потом просто все это умножить примерно на x5. И все. Даже на X4, потому что одна машина-то уже будет восстановлена. Так, масляный поддон сейчас купим. Я же ставлю сюда не просто обычные детальки. Я ставлю сюда улучшенные детальки.
Так, мне надо масляный поддон. Так, и мне еще надо... Короче, не помню, что еще надо, потом посмотрим, что еще надо. Зато прикинь, как эта машина поедет. Так, а тут все с этой стороны. Диск сцепления. Так, диск сцепления. Есть. Нажимной диск. А, есть. Очень хреново то, что нельзя, допустим, блокнотик какой-нибудь сделать и записывать все, что ты покупаешь. Ну, то есть список-то вот есть, но именно цену. Если бы я записывал цену, было бы классно. Все. Тут готово. Так. Два карбюратора. Это не тут. Это вот здесь. Два карбюратора. Раз, два. Есть. Ну, кстати, еще, знаешь, что удивительно? То, даже не удивительно, а классно. То, что этот двигатель не такой огромный. Если бы он был огромный, мы бы его тут задолбались с тобой собирать. Мы бы его 2 часа тут собирали. Хорошо, что это не какой-нибудь там V12, в котором триллион просто запчастей, который ты бы 500 лет просто собирал бы. Воздухозаборник, кстати, нормальный. Надо купить вот здесь. Он не тюнингуется. Хотя его можно... А хотя не сразу красный. А я думал, нужно перекрасить его, еще что-нибудь. Ну да, смотри, мы примерно, ну, довольно-таки быстро собрали весь двигатель. Я думал, у нас займет это гораздо больше времени. Так, ну-ка, поверни его влево. Так, водяной насос и шкив коленвала. Это все здесь. Шкив коленвала тут. Возможно, кстати, водяной насос... Нет. Водяной насос в обычном магазине. Если поставить прокачанный, то извините... Тюнингованный, он не будет качать быстрее вам воду. Так, раз. Да не то, что ты добавил-то, ну ладно. А, приводной ремень есть. Шкив есть. Все это поставить. Так, еще один ремень. А, ремень нагнетателя. Ой, бля! Тут же еще просто... Да еще один ремень. Тут же просто триллион толкателей сейчас надо будет купить, бля. Вот это я сейчас, конечно, запарюсь их ставить. Да, блядь, еще вентилятор. Да вы... Сколько там всего-то? Все? Все. Бля, просто триллион толкателей. Хорошо, подожди. Надо 8 свечей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 свечей сначала купим. Хорошо? Хорошо. 8 свечей. 8 свечек есть. Все их надо туда повтыкать. Там же еще провода надо будет купить. Точно. Еще же провода. Так. Готово. Провода, вот. Как и говорил, провода зажигания. Готово. Замечательно. А скобы-то я поставил? Погоди. А я скобы поставил или нет? Секунду. Блять, я скобы-то не поставил. А где они были-то? А куда скобы надо? Я забыл. Подожди секунду. Так, он был повернутый направо. Секунду, налево. Дважды налево. Бля, а куда скобы-то надо было поставить, я не помню. Куда-то вот сюда. А, вот они. Вот это я, конечно, вспомнил. Вот это на самом деле очень круто, что я вспомнил. Ебать, как туда подлезть-то? Замечательно. Хорошо, что я сейчас вспомнил, а не потом. Потому что потом бы это была большая проблема. Так, хорошо, мне надо сколько? 16 толкателей. 16. 16. 16 толкателей. Они самые обычные, да? Да. Они не прокачиваются, они самые обычные.
Так, кузовные детали есть, мне пока не надо. Так, 16. Да 16, говорю, ну. 16 есть, все, ставим 16 толкателей. Вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И 8. Так, коромысло, тоже 16 штук. Так, 16 штук. Да что там происходит-то, господи, замолчи. Так, 16 штук коромысел. Бля, еще каждое прикручивать. Хорошо, это быстро делается, кстати. Перки-то прокачаны у меня. На все дело прокачивается. Быстро все дело прикручивается. Ну, даже моргнуть не успеваешь. Еще пара крышек, и с той стороны так же сделать. Все готово. И один хот-род готов. Так, а две крышки, я так понимаю, две будет, да? Все. Одна сторона готова. Теперь сюда. Раз. Два. Можно было бы как-то это быстрее делать. Было бы лучше, конечно. Но я делаю максимально оптимизированно быстро. Прям максимально как только можно. Я прям, видишь, максимально быстро это все делаю. Вот и все. Кстати, двигатель готов. Хоть бери в любой из них пихай, в любой хот-род, и все. Не понял. А здесь другая. Понял. А, тут, оказывается, другая. Ну ладно. Будет лишнее, подумаешь. На другую поставим. Нам таких 5 надо. Все, двигатель готов, да? Двигатель полностью готов. Ебать, посмотри, какой красавчик. Прям красавчик. Так, двигатель снимаем. Снять двигатель. Ой, какой красавчик. Ой, какой хороший двигатель. А здесь что-то не хватает или что-то все нормально? Точно все нормально? Я на это очень сильно надеюсь. Так, и теперь сюда надо запихать двигатель. А что по времени у нас? Час! 1 час прошел! Серьезно? Уже час, и мы за час только поставили сюда двигатель. Вы че, угораете, что ли? Так, залезай, двигатель. Красота. Двигатель на месте. Ну, хотя бы двигатель на месте. Ну, ладно, давайте на этом заканчивать, потому что времени-то уже много. Потому что я что-то прям не ожидал. Но сам двигатель, на самом деле, вот двигатель вышел довольно-таки дешевым. Я думал, что будет дороже. Все. А, давай заканчивать. Я не знаю, может быть, я в офлайне пособираю все 4 двигателя еще. Потому что надо их до хрена, а их надо собирать, а это время. Мы часто потратили только что мы на этот хот-род собрать двигатель, а нам еще 4 таких надо. Я думаю, я в офлайне соберу еще 4 двигателя. И, ну, потом когда-нибудь, когда будем другие собирать. А на это пока все. Спасибо, что посмотрели. Если досмотрели до конца вместе со мной, досидели, дособирали этот двигатель хот-родом, то спасибо. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, лайки, заходите в описание, там куча других видосов, в плейлистах, смотрите тоже их там много. И до встречи в следующей серии по хот-родам. Я постараюсь сделать их поменьше, ну, по длительности, потому что час целый, ну это жесть. Все, пока, пока, до встречи в следующей серии.